Валера, а ты в курсе, что инопланетяне посещали нашу планету давно? Ну, а доказательства? Да хотя бы советские мультфильмы. Ну. «Ёжик в тумане». Допустим. «Пластилиновая ворона». Согласен. Продолжение мультфильма «Умка». Продолжение мультфильма «Умка»? Продолжение мультфильма «Умка». Ложкой снег мешая, дочь идет большая. Ой, мамочки. Мама звонила. Вот это мне сейчас попадет от нее. Умка. Мама. А почему тебя пахнет алкоголем? Я выпил у полярника все лекарство. Какое лекарство? Не знаю, но то, что они им лечатся, это точно. Ты с кем был? С пингвином и тюленем. Умка, ну сколько же раз тебе говорила, ну не водись ты с этими плохими ребятами. Ну. А с кем мне мама тут на льдине водиться? А? С оленями, что ли? Я их презираю. Так, Умка, а ну быстро марш спать. Нет, пингвин сказал, нельзя спать. Почему? Он говорит, если ты ляжешь на спину, закроешь глаза, то прилетят полярники на вертолетах. И полночи будут мстить за лекарства. Ну, Умка, держись, я беру свой ремень. Умка? Умка, ты где? Опять лапой нос закрыл? Умка, убери лапу.